Всем привет, дорогие друзья. Это Сова, и сегодня мы будем продолжать строить вот это. Ну, вернее, как строить. Мы будем это окультуривать, чтобы оно нормально выглядело, чтобы было более-менее плюс-минус 50-50 как-то логично, и еще что-нибудь. Пока я здесь, давайте мы, кстати говоря... Ах ты ж тварь. Так. Кстати говоря, по-моему... Блин, какая-то есть кнопка, чтобы строить их вниз. Какая-то кнопка точно была. Так, сейчас, погодите. Так, это поднимать. Это поднимать лесенкой. Так, это что такое? Это крутить. Так, это что такое? Это ничего не такое. Так, ладно. Короче, видимо... Или что-то я не знаю. Надо будет посмотреть, какие там вообще те самые есть ходки дополнительно. Потому что я основные знаю, а не основные не знаю. Так, ладно, давайте мы сейчас пристроим тогда вот такую вот штуковину. Ну, по одному блоку неудобно, конечно. Ну, ладно, уж хрен бы с ним. Так, примерно вот насколько-то настолько мы, наверное, пристроим. Ну да. Примерно насколько настолько пристроим, уже будет ничего. Может быть, конечно, вообще до конца ее довести, но я думаю, что мы не будем. Типа она там крепится за скалу. Причем такой у нас будет посыл этого всего. Так, вот эту вот, наверное, штуку мы заведем внутрь, вот сюда, чтобы эту хрень можно было зашить. Потому что здесь однозначно напрашивается, конечно, такая вот штука. Так, здесь однозначно напрашивается такая штука. Здесь однозначно напрашивается тоже что-нибудь. А вот здесь вот напрашивается по-хорошему стекло. Но, наверное, со стеклом мы пока повременим. Ладно, давайте пока залезем наверх и сделаем основную часть. Основную часть, а потом будем тогда делать не основную часть. Так, чтобы сделать основную часть, нам надо будет добраться до второй сим-руды, которая у нас там находится. Для этого придется построить довольно длинную кильбаску. Довольно длинную кильбаску аж вот туда. Только строить мы ее будем вот здесь вот. Одиночную, грубо говоря. Так, давайте мы, наверное, что? Или не знаете что? Просто можно сделать ее тогда будет плюс-минус. Ну, хотя нет, конечно. Она получится прямоугольная. Так или иначе, она получится прямоугольной, но так, по крайней мере, будет логично. Мы, наверное, сейчас вот это вот разберем. Так. Вот эту вот фигню мы потом сделаем. Вопрос только, на что он там будет внизу опираться. И как она будет опираться. Ну ладно, давайте для начала сделаем одно. Одно что-то сделаем. Сделать что-то одно, нам надо домотаться вот аж туда. Просто обычным фундаментом. Так. Обычным фундаментом мы доматываемся туда. Так, там, кстати говоря, радиация у нас. Так, доматываемся туда. Где-то здесь. Так, ладно, ты, дружок, ты молодец, конечно. Но там, по-моему, я слышал, что кто-то хрюкает. Так, откуда у нас вообще берутся... Это точно сим-руда? Это уголь. Это сраный уголь. А почему называется сим-руда? А, потому... Нет, подожди. Секундочку. Сим-руда. 4. А лежит в ней уголь. Сука! Пауки, они бегают по рельсам. Не вздумай сюда залезть. Тварь. Они же не залезут сюда, я надеюсь. Блин, один по рельсам бегал. Я точно видел, что один тварь бегал по рельсам. Не, тут красиво все, конечно, выглядит. Так, не, ну они, по крайней мере, не стреляют. Если они не стреляют, значит, они не должны. Так, уголь. 480 минуту. Ты же сюда не доберешься, правильно? Ты же правда сюда не доберешься? Так, вроде как по моим штукам. Какие они страшные. Как вы умудрились нарисовать таких, сука, страшных пауков?
хрен ли нам кабанам? Ну, в принципе, 1200 деталей в минуту. Где мы возьмем такой конвейер? Да нигде. Так, смущ. Устрой, идите нахер отсюда. Так, ладно. Ёпта, откуда ты упал? Все, надо отсюда делать ноги, пока я жив. Они уже научились залезать на деревья. Так. Оп. А, съели, сволочи? Какая страшная серия. Так, ладно. В терминале, который называется Сим 4, у меня вместо Сим уголь. Как так интересно произошло? Ну, тут варианта два. Либо я мудак и таким образом неправильно назвал эту штуку, либо разработчики переделали этот нот на уголь. Тут как бы сложно сказать, потому что я уже не помню, когда мы это строили. Ладно, факт остается фактом. У нас есть уголь. И по всей видимости нам придется ставить тогда четвертый за этот самый. Четвертый разгрузочно-погрузочный. То есть у нас, грубо говоря, будет на железо, на сим, на это получается на уголь. Но тогда немножко не так у нас пойдет, как я изначально планировал. Ну ладно, что. Как пойдет, так пойдет. Хорошо. Так. Насчет демонтажа вот этого всего, я, честно говоря, не знаю. Так, а если мы пойдем и посмотрим, что у нас вообще происходит с поездами? Эта же штука у нас подключена? Подключена. Так, у нас вообще что-нибудь ездит на Сим-4? Есть электровоз на Сим-2. Так, есть электровоз на Сим-3. Ну, так по всему получается, что на Сим-4 у нас ничего не ездит. Вообще, надо все непонятные электровозы, надо включить питание, и все электровозы, которые хрен пойми какие, пригнать на базу и удалить. Я думаю, что надо как-то так будет сделать. Так, вот бокситы, так, кремний-нью. Так, это у нас бокситовоз номер один, а это у нас, так, давайте-ка мы его тогда переименуем. А это у нас будет, так, кремниевоз. Решетка, ну ладно, хорошо, нет, решетку хочу. Так, кремниевоз, решетка 1. Так, значит, это у нас нормальные два поезда, которые ездят. Это у нас поезд, который гоняется нефти 2. Ладно, пусть гоняет пока. Так, железо со второй базы. Так, это у нас северный цементный хаб. Это у нас электровоз, который возит еще откуда-то цемент. Это электровоз, который едет на Сима-базу. Откуда? Сима-1. А где у нас Сима-1? Это у нас Сим-3, получается. А где у нас Сима-1? Как его вообще найти? Кварц-1, Катерий-1. Это у нас цемент. Так, Катерий-3, Нефть-2. Так, а Сима-1, наверное, возле базы который, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, у нас Сима-1 должен быть. Так, что-то не наводишься-то. Это уголь-1. Канистра базы где-то вот здесь. Не для топлива. Так. Вот эта вот база должна быть Сим. Какая-то. Но навестись я почему-то на нее не могу. Так, ладно. А Сим-2 должна быть где-то вот здесь. Это Сим-2, да. Так, значит, это Сим-1, это Сим-2, Сим-3 у нас здесь. Не так-то много у нас Сим-баз получается. Я даже не всю Сим-руду добываю, получается, так? Ну да, получается, что так. То есть у нас основная подбаза, еще одна здесь, а это оказалось не Сим вообще ни разу. Пара-пара-пам. Так, Сера-1, Сера-2... Железо-1. Беда. Беда сковорода. Так, ладно. Получается, что у нас сюда, в общем-то, поездов-то не ездило. Вообще никаких, получается, сюда поездов не ездило. Ну, вернее, они когда-то сюда ездили, просто потом они сломались.
И, видимо, уже не восстановились. Потому что сейчас посмотрим, что у нас еще на Сима-базу едет. Тут по всему ничего. Так, это у нас уже новые поезда внизу. То есть ни на Сим-4, ни на Сима-базу. Ну, на Сим-1 у нас... А, подожди, вот, Сим-4, Сима-база. То есть, получается, что у меня... Где-то в перемешку с Сим-рудой на базе уголь. Раз поезд есть. Охереть можно. Это просто охереть можно. То есть реально у меня где-то... Да, так, надо тогда будет это проинспектировать. Это очень интересно. Потому что для... Блин, для Сима у меня там все было. Так, хорошо, хорошо, хорошо. А что хорошего? Хорошего на самом деле ничего вообще. Так, ну... Что мне делать с этим говном тогда? Тащить его по-нормальному? Или пока просто тупо на это забить, проложить сюда конвейер и все. Вообще, конечно, по-хорошему надо этот уголек отсюда вытащить. Уголька-то здесь прям хорошо так, мощно. Мощно уголька, этот уголек нам может пригодиться. И шахта там очень хорошая с угольком. Так, а как нам тогда, не разбирая базу, вот эту... С другой стороны, нахер она нам нужна? Так, давайте мы тогда сейчас погодите. Для начала мы тогда отрубим... Останется у нас тогда поезд, который эту хрень перевозил без... Без ничего. И нам надо будет его куда-то, блин, отправить, что ли. Я даже не знаю, куда его можно отправить. А, ладно, в жопу этот поезд. Так, ладно, давайте мы для начала вырубаем подачу сюда. Так, ну, например, вот отсюда. Так, подачу сюда вырубаем. Так, теперь мне, да, дальше, ну, получается, уничтожить весь этот уголь, иначе здесь будут ящики с огромным количеством этого самого угля. Так, а он сейчас начнет набирать? А, нет, пока он не подключен к сети, набираться он не начнет. Хорошо. Это нам... Подожди, не понял. Это нам на руку. Так, ладно, набираем отсюда весь уголь. У меня вопрос только стоит в том, если я сейчас разломаю эти базы, не поедет ли у меня в задницу вообще все железнодорожное сообщение? Потому что, по-моему, вот эти вот крючки, которые мы тут наделали в свое время, они шли через всю базу вообще, через всю карту, вернее. Так, а что у меня с ресурсами с собой? Ну, вообще-то, конечно... Просто если я сейчас начну собирать, разбирать, вернее, эту штуку, то я все начну терять, чего тут есть. Надо как-то так сначала их код применить, потом, наверное, уже разбором заниматься. Так, а что мне можно применить? Блин, цемент жалко. Но придется. Так, ладно, давайте разберем вот эту платформу. Вот эту платформу. Так, пока вроде как все нормально, да? Ну, в принципе, это все нормально, конечно, но девать ее уже некуда. Так, теперь пойдем туда. Хорошо. Так, пойдем туда и будем тянуть дальше эту хрень. Потому что там пауки, и я не горю вообще желанием с ним встречаться, с этими пауками. Так, поэтому перед тем, как снести что-нибудь ненужное, надо сначала построить что-нибудь ненужное. Так, это мы выносим. Это мы выносим. Ящиков пока вроде не появляется. Хорошо, ладно, станцию тоже выносим. Теперь давайте мы, наверное, пока я не разберусь, что с этим делать, мы просто соединим их вот так. Я потом сюда вернусь чуть попозже. И когда я сюда чуть попозже вернусь, мы тогда уже решим, чем дальше будем городить вот в этом участке. Надо сначала переделать всю железку, чтобы она нормально работала. Потом тогда рушить то, что гарантированно работает. Работало, вернее, гарантированно. Хотя вот эту вот электрику надо будет разламывать.
Эту электрику надо будет разламывать вообще без вопросов. Блин, здесь поезда через нее ездят. Вообще жесть просто. Так, где эти ползающие твари? А я смогу протянуть? А теперь не смогу. Вот это интересно. Так, ладно. Это вопрос мы решим, конечно. Вопрос только, почему раньше работал, а сейчас не работает. Ну, ладно, хрен с ним. Так, давай тогда сюда. Так, и здесь нам надо будет подключиться. Так, нам здесь надо будет подключиться и подключиться по электрике. То есть всю электрику централизованно мы затянем тогда вот туда, в туман. Так, а чтобы здесь подключиться и здесь еще можно было ходить, мы воспользуемся тем же самым методом. Так, возьмем такую стену для конвейера. На нее навесим сейчас устороннюю розеточку куда-нибудь. Сюда, например. Так, куда-нибудь вот сюда, например. Отсюда, значит, вот с этой стороны. Только к паукам бы не упасть. А, блин, я же не убрал еще. Так, куда-то ты там идешь-то, провод. То есть он сделал вид, что он типа был подключен. Ну, ладно, хорошо. Сделал и сделал. Так, теперь, значит, ты у нас цепляешься вот сюда. Так, ты у нас цепляешься вот сюда. А отсюда мы уже пойдем по-нормальному. Дальше, да. Отсюда мы пойдем в начало. Ну, значит, нам никакого соединения тогда не надо будет. Я думал, нам надо будет их соединять, но соединять нам их однозначно будет не нужно. То есть нам надо спустить два изолированных друг от друга вот таких вот конвейера и дальше что-то с этим делать. Так, ладно. Во-первых, нам надо сделать отсюда переход на настенный лифт. А во-вторых, нам надо будет расставить сейчас стекла сразу. Так, ну давайте будем использовать наши традиционные стекла. Так, ну, блин, не знаю. Ну, потом достроим, ладно. Насколько будет не хватать, потом достроим. Так, теперь мотаем куда-то туда. Ну, что-то типа того, я думаю, надо сделать. Так, надо нам сделать здесь нормальный потолок. Или конкретно здесь, ну его нахер. Не, ну давайте сделаем. В конечном счете, учитывая то, что там внизу живут пауки, нам здесь не район, сейчас надо будет еще ходить. Поэтому давайте из расчета с того, что реально мы здесь будем постоянно потом, может быть, перемещаться. Может быть, я здесь какие-нибудь гиперлупы проложу. А может, не проложу. Так, вот теперь наверх можно будет поставить и фундамент. Так, оп, держись. Пурум-п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 урум. Так, а это мы, наверное, можем даже довести... Не, что-то я там переборщил уже явно. Так, немножко отмотаем, лучше я потом дострою. Так, хорошо. Теперь мы будем лицезреть пауков, которые находятся внизу. Не самое, конечно, приятное зрелище, но тем не менее. Так, теперь выйдите мне, пожалуйста. Пожалуйста, дайте-ка мне... Где же они? Они в логистике. Так, дайте мне вот такие настенные крепления вместо шестерки, пока. Так, теперь нам надо будет вытащить сюда. Вот сюда. Конвейер. А вот сюда. Электрику. Теперь на стыках мы будем ставить такие вот электрические штуки. А здесь мы будем ставить, соответственно, конвейеры. И так пока эта штука вся у нас не закончится. Но только для начала должно пройти автосохранение. Так. Возвращаемся к нашей схеме. Так, далеко уходящий. Ну-ка, давайте сделаем фотографию. Бум. Может, на обложку поставлю. Так, теперь давайте мы протянем туда, тянем, потянем, вытянуть не можем. Так, насколько у нас конвейера хватит? Настолько, я думаю, хватит. Так, значит, ставим сюда крепленьце. Так, накидываем. И такой поставил. И накидываем вот так. Оп. Так, один у нас кусочек прошел. Так, а ну мы сейчас вот так вот будем смотреть, куда будет хватать. Так, вот сюда уже не хватает. Значит, отматываемся немножко назад и ставим сюда. И ставим сюда. И ставим так. Отлично. Отлично, отлично. Поставили раз. Поставили два.
Ну что ж, процедура. Повторяем процедуру. Повторяем процедуру, идем дальше. Так, сюда не хватает, сюда начитаем. Так, шестеро раз. Электрика. Давай электрику можно, в принципе, ставить не так часто, но, в общем, почему бы и нет. Так, здесь у нас опять не хватает, значит, сюда ставим. Так, что-то, по-моему, куда-то не туда подключилось, нет? А, не, хотя нормально. Так, это поставили сюда, это поставили сюда. Так, едем дальше. Потом мы сделаем, наверное, переход. Я вот не знаю, как сделать, потому что раньше я думал, что их придется объединять. Теперь понятно, что объединять их не придется, поэтому сейчас мы подумаем, как там разрулим конвейеры эти. То есть, по моему замыслу, слева у нас тогда, ну, если оттуда смотреть, то, ну да, слева у нас будет проход. А как запустить конвейер, сейчас мы решим. Только надо сначала сделать вот это. Так, поехали дальше. Так, ну этого, наверное, хотя не хватит до конца. До конца, точнее, не хватит. Так, значит, ставим еще вот сюда. Так, и здесь вообще ничего не хватает на самом деле. Так, давайте-ка мы достроим, пожалуй. Так, значит, раз достроим и два достроим. Так, раз достроим, два достроим. С этим что-то непонятно, что я тут достроил, не достроил. Так, эта фигня нам больше не нужна. Это должно будет как-то по-другому идти, пока непонятно. Так, эта фигня нам тоже не нужна. Так, ну, доводим. Доводим. Так, нам надо спустить их две вниз. Где-то. Где-то спустить две вниз, чтобы еще можно было здесь перемещаться. Так, как бы нам так сделать, чтобы здесь можно было спустить две вниз и еще перемещаться? Я думаю, что мы их, наверное, будем спускать по вот этой вот... Вот этой вот стенке, может быть... Так, по вот этой вот стенке. Как бы нам так сделать, чтобы было, блин, красиво. То есть, допустим, мы сюда зашли, поднялись. Нам надо повернуть туда пройти. И нам надо повернуть туда пройти. То есть, где-то примерно вот здесь они у нас должны тогда спуститься под пол. Чтобы мы могли такую штуку провернуть. Так, где-то вот здесь они должны спуститься под пол. Здесь мы, допустим, так, проковыряли дырку, условно. Так, условно проковыряли дырку. Так, ну ладно, у нас есть две... Ой, не то. Так, у нас есть две... Две. Так, ну давайте возьмем стену с конвейерами на два куска. Так, допустим, отсюда... Так, ну только не отсюда, а получается вот оттуда. Так, мы накинем. Следующую хрень мне надо будет накинуть тогда, получается, оттуда. Вот это вот оставлять, не оставлять, пока не знаю. Наверное, не оставлять, я думаю. Так, сейчас мы эту фигню пока убираем. Значит, навешиваем сюда окно. Сюда навешиваем крепление раз. И вопрос, получится ли от него... Да, получится. Да, за разворот вообще прекрасно получается. Так, значит, это мы цепляем сюда. Электрику мы заводим на вот этот, допустим, для начала, а следующий заводим на... Так, а как у меня там электрика идет? Там у меня электрика идет вот там. Хорошо, значит, заводим ее сюда, и здесь где-то надо будет ее объединить и вниз опустить. Я думаю, что мы будем пускать ее вниз прям непосредственно вот здесь, чего бы нет. Так, поставим сюда какую-нибудь двустороннюю розетку. Прям рядом с электрикой будем хреначить. Так, отсюда тогда накидываем, так, чтобы было плюс-минус что-то как-то нормально, допустим, сделаем вот так. Так, электрика у нас здесь готова.
Так, теперь следующая электрика, которую хрен подключишь, потому что здесь нет потолка. Так, добудем потолок сюда. Так, не знаю, куда его сюда. Может, пихнуть сюда? А чё-то я не вижу здесь провода. Так, провода есть, провода есть. Так, провода туда у нас уходят. Значит, достраиваем кусочек вот этот сюда. Так, кусочек достроился. Так, это мы закончили. И давайте мне тогда остатки фундаментов. Так, все, стеклянный фундамент, он же крыша, готов. Так, это у нас реализовано. Значит, лента у нас сюда идет. Электричество у нас плюс-минус туда протянуто. Теперь мне надо... Теперь мне надо эту штуку так опустить, чтобы мы вот здесь могли по центру захреначить два конвейерных лифта и опустить их на самый низ. Чтобы захреначить такую штуку, мы сделаем вот так сейчас. Так, мы сейчас сделаем вот так. То есть мы возьмем... Так, отсюда протащим так вот два конвейера. А вот с этой стороны... Сейчас мы тут разберем... Блин, тут теперь хрен выйдешь. Так, а вот с этой стороны мы возьмем сейчас два конвейерных лифта. И вот так вот спаним. Так, так, так. Прекратите меня тут разбрасывать. Так, все, хорошо. Вот таким образом у нас здесь все пойдет. Здесь останется пол. Эту штуку мы разберем. И все. Вот у нас... Сделан задел под то, чтобы эту штуку спустить вниз. Я единственное, в чем не уверен, что здесь поставится нормально. А, не, нормально поставится. Ну и все хорошо, значит. Так, значит, ты. Тогда мы тебя доделываем до основного. Так, получается у нас такой вот кусочек, над которым сверху мы сейчас сделаем. Так, а как бы нам так сделать? Я просто хочу сделать сейчас смотровую площадку. Чтобы сделать здесь смотровую площадку, мы, наверное, воспользуемся... Нет, не логистикой, а организацией. Так. Организация организации. А, их поставишь еще из-за этой лестницы, блин. Ну-ка, мне просто интересно. Так, вот мы такие, допустим, запустили сюда. Оп. А, ну я даже если буду без ранца, я на нее забраться смогу. Хорошо. Ой, простите. Так, значит, штука у нас заработает. Так, теперь я хочу... Нет, не прямой мостик, а где он тут мостик-то? Вот такой. Мостик с уклоном. А что ты мостик с уклоном, тварь, не ставишься? А? Какой уклончивый мостик попался мне. Так, ладно, значит, получается, что мне надо немножко отойти, и вот теперь можно будет ставить мостик с уклоном. Да? Можно ж? Так, да, теперь можно ж. Так, ну давай мостик с уклоном. Значит, давай мостик с уклоном. И мостик с уклоном. Так, ну и здесь явно придется делать поворот. Так. Интересно, это будет видно в стекло? Если будет, будет прикольно. Вот если не будет, будет не очень. Типа, вот отсюда мы такие смотрим, смотрим, смотрим. Отсюда можем зайти посмотреть, отсюда можем посмотреть. Вот как у нас видочек открывается. Надо вообще на самом деле сделать, чтобы сюда можно было залететь. Ну, типа гипертрубу проложить. Так, теперь здесь вот эту вот штуку мы закрываем. Кстати, надо посмотреть, чтобы тебе можно было зайти. Да, зайти сюда можно, отлично. Дождей здесь не бывает, поэтому залить сюда ничего не может. Залить сюда ничего не может. Так. Получилась у нас такая вот штуковина здесь. Ее надо как-то... Ее надо как-то сделать, чтобы она была поинтереснее. Чтобы сделать, чтобы она была поинтереснее, ее надо сделать, наверное, побольше. Потому что интереснее всегда выглядит то, что немножко выпирает. Вопрос только в том, что я так сделаю. Я понял. Ладно, хорошо. Сейчас, пока мы так делать не будем, мы это сделаем чуть позже, когда займемся уже облагораживанием. Потому что на стандартном заводе такого сделать нельзя. Здесь надо будет немножечко видоизменять графику.
А чтобы видоизменять графику, надо делать будут некоторые манипуляции, которых мы пока делать не будем. Так, сейчас давайте. Просто некогда. Это доведем до конца. Так вот, у нас здесь будет бортик. Здесь тоже будет бортик. Ну, а здесь как бы... Если упал, то сам дурак. Примерно вот так. Так, ладно. Это у нас получается готово. С подключением здесь у нас все тоже готово. Так, ходить здесь у нас можно. Передвигаться можно. Так, верните мне назад мой кофеечек. Так, теперь нам надо облагородить вот эту часть. Так, ну давайте начнем облагораживание вот этой части. Вот с этой вот электрической хреновни. Так, поставим ее куда-нибудь сюда. Например. Так, вроде ровно. Хорошо. Так, и вытягиваем ее в самый низ. Может, не в самый надо было, но пока вытянем в самый. Теперь мне надо сюда... Так, теперь мне надо сюда захреначить... Во-первых, мне надо будет захреначить еще один блок станций. Но даже без блока станций... Так, мне надо будет сюда пустить... Так, несколько конвейерных лифтов. А именно два. Так, пускаем один конвейерный лифт, второй конвейерный лифт. Так, один конвейерный лифт. Так, второй конвейерный лифт. За спиной у этого всего мы тогда с вами сделаем сейчас... Так, сейчас, ну как минимум одну штуку вверх. Так, это уже у нас пошло через текстуру. Так, одна штука вверх у нас готова. Теперь вопрос, поставятся ли здесь стекла или не поставятся. Так, где наши стекла, которые мы традиционно ставим сюда? Сейчас проверим, поставятся они сюда или не поставятся. Так, ну вроде как все ставится, хорошо, ладно. Значит, традиционные стекла будут здесь стоять. Угу, так, это у нас готово. Так, отсюда у нас пойдет симка, оттуда у нас пойдет, блин, нолик. Так, ну что ж. Теперь вопрос, как мы подадим вот это вот, как мы будем подавать дальше. Там у нас отшло, получается, в центр. Но здесь оно у нас идет в бочину, то есть в центр у нас здесь ничего не идет. Центр у нас здесь чисто декоративную функцию носит. Пока, по крайней мере, возможно, потом я что-нибудь с ним сделаю. Так, ну если он носит декоративную функцию, давайте мы тогда протянемся вот тут. Значит, не декоративную функцию у нас будут носить вот эти вот полы. Теперь мне интересно, как бы так подключиться, чтобы все было нормально. Как бы так подключиться, чтобы все было нормально. Ну, я знаю один способ, как так подключиться, и мы, наверное, будем его использовать. Потому что, к сожалению, нет у нас такого конвейера с дырками. Вернее, стены с дырками, которые можно будет поставить вообще куда угодно. Так что придется... Немножечко сжульничать. Чуточку-чуточку. Самую чуточку придется жульничать, чтобы все было красиво. Так. А пока нам надо будет вытащить. Так, а я могу поставить станцию? У меня вообще на станции есть ресурсы? На станцию у меня ресурсы есть. А на это? И на это есть. Так, отлично. Значит, мы тогда пойдем. Раз у нас внезапно образовался уголь... Нет, так я буду долго идти. Раз у нас внезапно образовался уголь... Так, погрузка, да, все прекрасно. Значит, сейчас мы сделаем еще одну станцию вот сюда. Так, берем еще одну станцию. Ну, что ты не делаешь со станции? Так. Не в эту сторону, вот в эту сторону. Так, вот в эту сторону. Так. О, станция 69, как символично ты, господи. Так, и теперь нам надо пристроить, чтобы не считать руками, где у меня передвижение. Так, и пристраиваем еще десяточку станций. Потому что у нас все были на 10, пусть будет тоже на 10. Понятное дело, что он на 10 никогда не забьется, это я все понимаю, ну ладно уж. Так, теперь у меня закончились, блин, движки. Так, у меня закончились движки, и это печаль. Это означает, что нам все-таки придется пойти что-нибудь разобрать. Можешь, конечно, сходить за движками, но разбирать все равно надо, поэтому давай разбирать. Так, подожди. А, нет, все, 10. И тут, по идее, должно быть 10 везде. Вообще, у меня стойкое ощущение, что у меня перестанут работать поезда, когда я все это сделаю.
Причем такие поезда, которых не ожидаешь. Надо, конечно, будет переделать всю железнодорожную сеть. Ай, блин, спанул не то. Вот дерьмо. Так, ладно. Установить два кусочка фундамента все равно проще. Так, ну и что там у нас? Там непонятно что на самом деле, поэтому, ладно, без разницы пока. Так, мне надо пристроить еще 5. Еще 5. Ну, пойдем пристроим еще 5. И еще 5. Так, хок. 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 И хок. Так. Слушайте, отсюда не так, что и далеко выглядит. Казалось, что прям вообще пипец, а казалось, что не прям вообще пипец. Так, значит, вот у нас станция, и где-то здесь у нас тогда должен заходить, получается, конвейер номер 2. То есть куда-то вот сюда. Так, сейчас мы отметим, где он должен заходить. Так, теперь мне надо приканифолить сюда еще, получается, одну. Или все-таки направить вторую по центру. Чтобы у этого центра была какой-то смысл здесь. Так он пока декоративную функцию носит, но вообще имеет смысл его задействовать как-то. Или не имеет смысла его задействовать. Блин, чтобы его задействовать, надо тоже будет охренеть немножко. Надо будет, получается, отсюда протащить линию. Она будет у нас переходить, блин, вот на эту линию. Так, что ж это так геморройно-то, господи. Ладно, оставим, я думаю, что мы ее пока чисто для декора. А раз у нас идет вот здесь, мы здесь, наверное, ее и потащим. Так, вопрос только, где конкретно мы ее потащим. По вот этой стойке. Блин, ну чмошно будет. Будет чмошно. Нет, давайте все-таки центр. У нас вот там вот по центру. Давайте сделаем тоже по центру. Просто по центру такую огромную бибу городить было бессмысленно, поэтому она немножко здесь смещена. Потому что там немножко по-другому все это было реализовано. Здесь так не реализуешь. Ладно, давайте по центру делаем. Потому что, реально, если сделать по-другому, то у нас нарушится вся технология, по которой мы все делали. А так будет, по идее, нормально. Мы просто ее вот отсюда заведем. То есть делаем вот так, например. Так, делаем вот так. И заведем ее отсюда, эту штуку. Так, сейчас только, чтобы завести эту штуку отсюда, нам надо будет поставить стену для конвейера. Значит, мы должны будем поставить стену для конвейера одну вот сюда. Так, вторую стену для конвейера вот сюда. Между ними мы протаскиваем конвейерную ленту. Ходить мы здесь не будем, это, в принципе, нужно чисто для красоты в итоге. Так, значит, затягиваем эту штуку сюда. Так, дальше нам эту штуку надо протянуть будет дальше. Так, мы ее будем тянуть теми же самыми окнами, которыми тянули и до этого, то есть вот такими. Так, берем и тянем куда-нибудь, ну, прям можно до конца тянуть. Так, есть у нас такие окна. Где-то вот здесь. Так, где-то вот здесь нам надо будет подключиться вот туда. Так, для этого сейчас мы сделаем туда вывод. Так, мы сделаем туда вывод. Вывод мы туда сделаем. И здесь надо будет опять же использовать то же самое. То есть мы должны поставить вот так. И типа вот так. Так, значит, эти хрени мы выставляем таким образом. Эти хрени мы выставляем таким образом. Отсюда, нет, как, конечно, это очень заманчиво, но нет, все-таки мы чуть... А нет, подожди, вот оттуда у нас пойдет. Вот оттуда у нас пойдет штуковина. И нам осталось ее прихреначить теперь вот сюда. Так, это будет затруднительно сделать, потому что они у нас не совпадут просто так.
Так, а насколько они вообще совпадут? Так вот, если по-хорошему. Ну, они совпадут почти, так скажем. Еще чуть-чуть, и они бы могли совпасть вообще. Но так, к сожалению, не совпадут. Да, тут небольшой получится такой... Небольшой переходик получится. Но с этим уже ничего не сделать, потому что так хрен травняешь. Нет, можно было, конечно, так травнять, но... Хотя нет, погодите. Мы можем же найти... Не, не можем. Они все смещены одинаково. Блин, жаль. Ну да, это надо было сразу перестраивать и сразу строить, исходя из этого. Ну, до такого я не дошел. Так, ладно, хотя бы здесь у нас все будет ровно. Если здесь будет небольшой перекосик, ничего страшного. Кстати, этот небольшой перекосик, возможно, можно будет немножечко спрятать при помощи... Нет, нельзя будет. Ну, я знаю, как мы потом спрячем. То есть у меня есть у меня один могильничек. Я точно знаю, как потом это прятать. Но это немножечко не совсем просто и не совсем быстро. Поэтому мы это сделаем, но чуть попозже. Так, пока эту хрень достраиваем до конца. Хотя бы до того конца, который есть. Так, теперь мне надо сюда будет прифигачить ленту. Так, он будет прифигачить ленту. Ну что ж, сейчас прифигачим. Так, куда-нибудь вот сюда примерно надо будет ее поставить. Следующую. Так, ставься. Так, что-то не низковато. Не, вроде нормально. Так, поехали дальше. Она, по идее, не может закосячить, потому что у нее фиксированная длина. Ну, вернее, я, конечно, закосячить могу все что угодно, но, по идее, такого не должно быть. Так, ставим тогда сюда и допиливаем туда. Так, и теперь вопрос, получится ли мне вот это запихнуть вот сюда. Что, по идее, должно быть ровно. Так, да, хорошо, ладно. Эта лента у нас пошла. Так, лента пошла, теперь вопрос, как мне вот это оформить. Ну, вообще, конечно, по-хорошему, это надо оформлять вот так. Ну, то есть сразу одной массивной такой хреновней. Так, вот что сделать здесь с заходом, я пока, честно говоря, не знаю. Я так думаю, что скорее всего, наверное, это будет как-то так. То есть у нас типа пойдет, один проход будет идти туда, один проход будет идти вниз. Только его надо будет поднять, я знаю, если что, что это надо будет сделать. Один проход будет идти сюда. Так, теперь далее у нас получится... Тогда вон там вот у нас штука эта не нужна. А, кстати говоря, подождите. У нас тогда не совсем так будет, как я думал. Так, ща. И вот начиная отсюда, мы тогда утаскиваем тоже вот это все дело вдаль. Это у нас будет такой... Такой туннельчик. Примерно такой же, как и там, для того, чтобы это все было у нас симметрично. Теперь здесь. Здесь мы тогда сейчас... Доделаем вот туда до конца. Пока так, потом разберем. Саму вот эту хрень мы тоже изолируем. Потому что она здесь у нас не нужна. Так, эту хрень мы тоже изолируем. Так, и сверху мы здесь сейчас сделаем настил. Так, это у нас получается, этот кусок у нас готов. Так, здесь у нас будет то же самое потом и плюс проходы. Так, сейчас у нас пойдет автосохран. Я пока посмотрю, что я дальше буду делать. Так, продолжаем, ребята. Продолжаем. Так, значит, у нас тут, смотрите, что получилось. Так, у нас тут получилась вот такая вот штуковина. Вот такая вот штуковина. Вот эту штуковину конкретно я бы, наверное, хотел вообще закрыть, чтобы ее было не видно. Потому что это будет не сильно красиво выглядеть. Можно вот так вот как-то оставить, допустим, чтобы типа к ней доступ был, и вот так вот можно было зайти посмотреть. Ага, так, хорошо, там что-то есть. Но в целом, как бы... В целом, как-то вот так вот. Короче, не знаю, как это все дело здесь сейчас красиво культурить. Не получится ли мне вообще это сделать, тоже не знаю. Так, ладно, давайте мы тогда сейчас пока для начала сделаем через нижнюю угловой. Закроем дырку. Делаешь дырку, назад не запломбируешь, как говорил Папандополо.
Закроем дырку. Теперь нам надо будет вот это вот здесь развести. Вот это вот надо будет развести. С разводом, конечно, есть некоторые проблемы, потому что надо будет, блин, невпихуемые по факту. То есть надо будет подключить два блока, которые идут одним хитроумным образом, блин, к другому, которые идут другим хитроумным образом. Просто здесь, скорее всего, не хватит расстояния для того, чтобы сделать красиво. Хотя, сейчас попробуем. А, не, хватит. Так, ладно. Значит, с этим расстояния хватило. Но вот с этим расстояния точно не хватит, потому что они находятся слишком на небольшом друг от друга. Поэтому давайте мы сейчас подравняемся вот там. На, то есть мы там сделаем небольшой поворотик, а дальше пусть уже ровненько идут. Так, это у нас получается 7 руда. Вот отсюда у нас она такая смелая вся из себя пойдет. Так, значит, эти штуки мы сейчас закроем. Эту ерунду я, наверное, тоже вот так вот закрою. Значит, этот заход я тоже хочу закрыть. Так, сейчас я хочу его, Так, закрыть. Так, сюда мы поставим глухую стену, потому что не глухая здесь некрасиво будет смотреться. Так, теперь продлеваем сюда вот это вот окошечко. Заход у нас здесь будет с одной стороны. Так, продлеваемся сюда. И теперь нам надо это дело оформить, получается. То есть оформлять, я думаю, что мы будем классическим образом, так же, как все остальное оформляли. Вопрос только, хватит ли мне ресурсов на это. Ну, сейчас узнаем. Так, то есть мне надо будет сделать вот такой вот уголочек. Так, мне надо будет сделать вот такой вот уголочек. Так... Вот такой вот уголочек. Так, эту штуку мы оставим, она у нас как-то будет светиться, наверное, я не знаю. Может будет светиться, может не будет. Так, эту ерунду мы поднимаем сюда. Так, ну, кстати, наверное, даже хватит. Наверное, даже хватит мне стальных пластин, но это не точно. Так, тоже лишнее, вот посюда. Так. Посюда. И теперь надо использовать те же самые окна, которые мы используем везде, для того, чтобы все это дело задекорировать. Так. Я буду сюда заходить сверху? Сверху я сюда вряд ли буду заходить. Если что, у меня вот там есть волшебная дырка, чтобы сюда просочиться и получить сюда доступ. Так, почему ничего не происходит? Фундаментальная конструкция. А я к чему подключился? Простите. Простите, погорячился. Так, давайте мы тогда... Ну, наверное... Не хватает ресурсов. Тварь. Так, тварь дрожащая. Не хватает мне, да, немножко ресурсов на это. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Учитывая то, что мне не хватило ресурсов, смотрите, особо не на что. Так, сейчас посмотрим. Ну, хотя не, нормально. Так, нормально, только надо будет вот там вот еще сделать пару колонн, чтобы они это дело подпирали. И тогда получится, в принципе, неплохо. То есть у нас здесь такая конструкция. Надо какую-то опоясывающую такую, опоясывающую хрень сделать вокруг. Может быть, есть типа сбоку, например, или хрена, или вообще пониже ее пустить. Потому что пока что-то как-то не... Ну, если... То есть я не верю, что вот эта фигня может держать вот эту фигню. Это, в принципе, с другой стороны вообще в воздухе висит, поэтому кому какая разница. Ну ладно. Так, давайте мы тогда в оконцовке. У нас много фундаментов, цементов в смысле. У нас не хватило на вот это, но зато нам может хватить на... На вот это. Так. Так, на вот это и на вот это. Так, и теперь мы можем смело эту штуку закрыть, и у нас будет примерно так же, как и на другой половине. Ну, плюс-минус. Так, ну, плюс-минус. Так, здесь мы уже ничего сделать не сможем, потому что у нас нет железа. Ну, нет и нет. На нет и сюда нет. Так, дальше. Дальше надо закрыть будет. А почему не могу закрыть? А, ну, в принципе, да, логично. Без железа сложно что-то закрывать.
Так, ну и эту фигню надо будет тогда допилить, когда у меня на это будут ресурсы, соответственно. Ну, грубо говоря, второй домик для конвейера у нас практически готов. Для двух конвейеров. Там был одноконвейерный домик, это уже двухконвейерный. Идем по нарастающей. Через какое-то время, глядишь, у нас вообще все будет хорошо. Так, отсюда у нас открывается уже вид на базу. Здесь у нас сделано все по линеечке уже. Все это у нас по линеечке с основной базой. Значит, мы, я думаю, что в следующей серии допилим станции. И после этого надо будет их затянуть и соединить. То есть у нас одна рельсина будет соединена вот с той частью. А вторая рельсина будет соединена вот с этой. Я, правда, еще пока вот с той. Я, правда, пока еще не знаю, каким образом. Ну, в крайнем случае, чуть придумаем. То есть там можно просто сделать чуть более крутой пандус. Здесь, по-моему, самый низкий, можно сделать побольше. Хотя, может быть, здесь не самый низкий. А, нет, это 8 на 4. Ни хрена это не самый низкий пандус. Ну, тогда не знаю. Тогда, может, у нас будут какие-то проблемы. Но, если что, мы его где-нибудь повернем в другом месте. Перестраивать, конечно, не хочется, но если что, придется. Если что, придется. Придется. Ладно. Спасибо, ребят, за внимание. В следующей серии тогда продолжим наши изыскания.